Как вы уже поняли, добиться от Хаспен классических уокерных движений, которые называются walking the dog, практически невозможно, поскольку эта приманка заточена совершенно под иное. А именно, она имитирует кормящуюся с поверхности воды рыбку. Самый простой и верный способ ее правильно преподнести хищнику, вот особенно если ловля ведется из-под стенки камыша, это, естественно, сделать прицельно точный заброс непосредственно под сам камыш, дать приманке немножечко отлежаться, чтобы разошлись круги, и производить хаотичные, кому как нравится, хаотичные рывки по одному, по два. И обязательное условие между рывками или сериями рывков необходимо выждать довольно-таки длительную паузу. В общении на интернет-форумах меня очень часто спрашивают, а зачем я выдерживаю такую долгую паузу при ловле поверхностными приманками? Ну, ответ достаточно прост. Вот смотрите, я попадаю под самую стенку камыша. Если хищница находится на каком-то удалении внутри самого затопленного камыша, то после пары-тройки рывков у нее появляется великолепная возможность подумать, а стоит ли ей выйти для атаки или нет. И, как правило, ее решение происходит не быстро. И если приманка достаточно долго остается в зоне ее чувствительности, то есть она ее ощущает, она понимает, что можно выйти и посмотреть, что это за объект так вкусно играет, то почти наверняка она это сделает. Если же вы кидаете под камыш и начинаете сразу быстро проводить, то уж на эту проводку отреагирует только та хищница, которая стоит либо уже на открытой воде, либо у самого реза камыша. Но никак не способна такая проводка привлечь внимание от той щуки, которая стоит на каком-то углублении. Сработало именно то, о чем и сказал Мураками-сан. Эта приманка, хаспен, имитирует кормящуюся с поверхности воды рыбку. Как правило, такой объект является легко доступной жертвой, поскольку увлеченная поиском корма, мелкая рыбка, как правило, теряет бдительность. И подстеречь ее в такой ситуации и съесть для хищника оказывается не такой большой проблемой. Именно поэтому на эту приманку наши щуки реагируют ничуть не хуже, чем японские басы.